Так, вот я в Лысково. Сейчас сделаю сюжет. Вот наше родовое гнездо. Так, сейчас откуда начнем? Вот с дома. Дом. Велосипедик мой стоит, на котором я приехала от Раи. Домик. Вот такой дом. Колодец. Колодец. Здесь цветочки, колодец. Калиточка прикроем. Калиточка. Так, вход в дом. Сейчас вот здесь вот виноградник растет, такой виноградник. Вася его пустил вдоль двора. Сейчас мы заснимем, какой виноград красивый. Здесь. Вот, смотрите, какой виноград. Прям винограда много довольно-таки. Виноград, виноград. Горсти, горсти винограда. Вдоль, 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 вдоль. Виноград. Так, вот. А здесь дом продолжается. Вот так вот дом. Так, там двор. Там дальше у нас поле. И пруд, вот смотрите, вот так вот все поле, поле, поле. О, родовое гнездо. Виноград прямо уже в огород лезет. Так, а дальше там хозяйственные постройки. А, вот Рая распределила дубы. Посадили во дворе дубы, Рая распределила. Это Нинин. Это дуб Васин. Это дуб мой. Рая говорит, а этот дубочек мой, такой маленький, но зато, говорит, самый ветвистый. Вот. А здесь у нас сараи. Там сараи для сена, для поросят, для коровы. Это будка такая, парник называется, варить свинкам еду. А там дальше вот на горочке вот такой вот погреб. Погреб. И идем, идем, идем. Тетя Фредин дом. Яблоня у нее. Там дальше дом. Это тетя Фредин. Это у нас сад. Сад. И вот дом с этой стороны. Здесь у нас мангал. Мы жарим шашлыки. А вот у нас склеп называется. Это называется погреб. То есть склеп. А там дрова. А там у нас кое-что. Так, а здесь у нас посмотрим, что там есть внутри. И внутри есть дрова. Смольняки и дрова, дрова, дрова. Да много, много. Мясо не напасешься. Шашлыки жарить. Все, пока выключу. Из Лыскова. Всем привет большой из Лыскова, из Белоруссии. Здоровья всем, счастья, благополучия. Пока.